Построена в 1971 году, но оснащена современным оборудованием российского производства. Газовая котельная на территории военного госпиталя имени Вишневского круглый год обеспечивает теплом и горячей водой не только ведомственное медучреждение. Эта котельня отапливает больше 15 зданий непосредственно Министерства обороны и два жилых дома, находящихся за территорией, которые являются городскими. Мы являемся гарантийным поставщиком именно услуг, в частности, поставляем тепловую энергию, то есть отопление, и горячее водоснабжение у нас живет. Подготовка к отопительному сезону идет по плану. Чтобы тепло и горячая вода бесперебойно поступали на все объекты, трудились более 10 человек. Сделать им предстояло немало. Были проведены комплекс мероприятий по техническому обслуживанию основного вспомогательного оборудования. Проведены сначала весенние осмотры, по результатам чего проведены дефектовка всего оборудования, и проведены необходимые ремонтные работы и мероприятия по техническому обслуживанию. Работы в котельной на территории военного госпиталя имени Вишневского завершены. Готовность филиала Центрально-жилищно-коммунального управления Минобороны России по Москве и Московской области к отопительному сезону 98%. А это 97 объектов теплоснабжения, и 9 из них находятся в Одинцовском округе. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».